Сегодня мы с вами отправимся в одно из тех мест, где каждый из нас часто бывает. О чем мы здесь говорим? Я говорю, что сегодня мы с вами отправимся в одно из тех мест, где каждый из нас часто бывает. Что так далеко, да? Ну почему же? Ты, наверное, не понял. Я говорю, мы отправимся в одно из тех мест, где каждый из нас бывает хотя бы раз в год. Я там бываю намного чаще. Нет, ты, наверное, не понял. Ну представь себе, что ты купил билет на поезд. Вот ты куда идешь? Куда мне кассирша пошлет? Ну, представь себе, что твой поезд отправляется буквально через 5 минут. Ты вот где находишься? В вагоне. Ну хорошо, а вагон где? В поезде. Ну а поезд где? На рельсах. Ну а рельсы где? На шпалах. А шпалы где? На камнях. А камни где? В почках. В каких почках? Ну, почки это весной распускаются, туда пчелка прилетает, опыляет, мед получается. Ты сидишь, чай с медом пьешь. Чай с медом пьешь где? В вагоне. А вагон где? В поезде. А поезд? Что мне достало? Что тебе надо? Я просто пытаюсь уже битый час объяснить, что сегодня мы всем кривым зеркалом отправляемся туда, где... Куда? Куда мы все отправляемся? Куда? Сумасшедший дом. На вокзал. Куда? На вокзал. Вокзал! А что ж ты сразу не сказал? Умного человека голову морочишь. Вокзал! Вокзал! Итак, добро пожаловать на вокзал. Поехали, а? Ну, понятно. Такси, кому надо такси? Судоку, газетки, газетки в дорожку не желаем. Кроссвордики, сканвордики, газетки, газетки в дорожку не желаем, не желаем. Здравия желаю, ваши документы. О, извините, 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 извините. Насилую недорого. Мужчина, дорогой ты мой, дай денежек мальчику консерваторию окончить, а? А, понятно. А! Что, не устала, что ли, это я? Где третий путь? Третий путь где? Где там? Третий путь, где третий путь? Третий путь! Да, спасибо! Третий путь, третий путь! Простите, вы не Дима Билан? Мы не покупаем, мы не покупаем экологически чистый продукт. Мы не покупаем. Понял, пошел. Такси, такси недорого. Как же это вам? Третий путь. Я еще Дима. Вы не Дима Билан? Вы не Дима Билан? Постой, пассажир, раз уж ты на вокзале, законы вокзала уважай. Встречай, провожай, уезжай, возвращайся. Носильщика никогда не обижай. Постой, не спеши, проводница Наташа. Есть время взглянуть тебе в глаза.
Зайду на рюмку чая в купе седьмой ваше. Наташа, нажми на тормоза. Купите картошечки, только согрела. Вареные раки, может быть. Вагонные споры, последнее дело, когда водку нечем закусить. Не жди, полицейский, небритого бомжа. Твой бомж не такой, как был вчера. Нашел чемодан крокодиловой кожи. Ну все, я в Лас-Вегас, мне пора. Вот так случается, мечты забываются. А где же им забываться, так не здесь. От жизни кто устал? Спешите на вокзал, здесь все на свете можно изменить. Когда в душе развал, поможет вам вокзал. Вокзал ведь это маленькая жизнь. Вокзал ведь это маленькая жизнь. Вокзал ведь это маленькая жизнь. Поезд номер 54, Мурманск-Москва, прибывает на второй путь третьей платформы. Правая сторона, ну, или левая. Скорый поезд не приезжал, а... Гражданочка, отойдите от края платформы. Ой, не подскажете, скоро. Скоро. Спасибо. Ваши документики. Пожалуйста. Анна Каренина. Анна Аркадьевна Каренина. Что делаем на вокзале? Скорой встречаю. С какой целью? С целью переезда. О, поздравляю с новосельем. Внимание! Скорый поезд Сыктывкар-Москва. Прибытие задерживаем. Ой, а не подскажете, по какому пути пройдет товарный поезд? По третьему. По третьему. А я не понял, вам нужен товарняк или скорый? А мне как-то пополам. Уйди с рельсов, дура! Что за вокзал дурацкий? Тьфу! Товарищ милиционер, там беда случился. Гражданин, обращайтесь ко мне как положено. Хорошо, товарищ мент. Какой я тебе мент? Ты что, не знаешь, как теперь милиционеров надо называть? Волки позорные! Минуточку, я на полицейского сдал. У меня есть бляха. Муха! Просто бляха с номером. Хорошо. Товарищ, просто бляха с номером. Там беда. Я полицейский. Полисмен. Коп. О, товарищ копчик. Там... Какой я тебе копчик? Обращайся ко мне по званию. Видишь, у меня на погонах три большие звездочки. Понял. Товарищ коньяк. Там... Какой у тебя коньяк? Обращайся ко мне, товарищ полковник. Хорошо, товарищ полковник, там беда. Как ты меня достал, а? Давай по старинке. Гражданин, начальник. Все, понял. Гражданин, чайник. Там беда. Да ну да! Неужели ты не можешь со мной по-человечески? Давай со мной, как я с тобой. Давай. А, ваши документики. Секундочку. Пожалуйста. Полковник, да? Так точно. Товарищ полковник. Я хотел сказать,
Там вашу полицейскую машину угоняют. Так что ж ты раньше-то молчал, болван? Стоять! Внимание встречающих! Электропоезд Хабаровск-Москва задерживается на месяц. Просьба встречающих не ставить свои палатки у края платформы. Ежедневно на штаб гоняли, но поверьте вы мне, господа, что цыганский гипноз на вокзале будет к вашим услугам всегда. Ваши дальние чудес невозможных, прилетайте, как мухи на след. Мне ж за день жить и ваше несложно, с умным видом нести этот бред. Ну что сказать, ну что сказать, ну, тут порча, вижу ясно. Хотите занять, хотите снять $100? Прекрасно, кому в судьбе не повезло. Я всем помочь сумею, а деньги, деньги — это зло. Расстанься с ним скорее, расстанься с ним скорее, расстанься с ним скорее. Жемчужная моя, красавица! Послушай, бриллиантовая моя, позолоти цыганке ручку, всю правду тебе расскажу. Я знаю ваше «позолоти ручку», потом останешься без штанов. Так что, цыганка Аза, давай, качуй отсюда. Зачем? Ну что ты там плетешься? Что ты там плетешься? Давай, давай! Давай, 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 быстрее, мы на поезд опаздываем. Давай, 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 давай. Дорогой ты мой! На Киркорова похожий. Дай-ка мне ладошечку, душечка, с плешечкой на макушечке, я тебе всю правду расскажу. У меня сегодня третий глаз открылся. Что, где у вас третий глаз? Где надо. Вот смотри, дорогой, все вижу. Слышь ты, хватит моему мужу вешать лапшу на уши. Я уже 20 лет вешаю, там места нет. Подожди, 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 подожди. Ну вот смотри, вот смотри. Вот двое детей вижу. Угадала? И ничего ты не угадала. У нас одна дочка и та замужем. Все, пошли, 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 тюфяк. Да, да двое, двое, милые, только не от тебя. Милая, пойдем, там поезд. Там... Ну-ка, подожди, 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 подожди. Мы на поезд. Вернул руку на базу, очкарь. А ты, Айнене, давай. Ну ты позолоти ручку, дорогая моя. Вот. Ох, чтоб тебе пенсионный фонд так ручку золотил. Итак, внимание, система производит активацию третьего глаза. Вижу, вижу, вижу. Кисловодск, 2005 год. Тамара Арнольдовна. Милая, пойдем на поезд, а? Подожди-ка, а ведь все сходится.
В 2005 году ты летал в командировку в Кисловодск. Я летал, у меня была научная кобеленция. Конференция. Кто такая Тамара Арнольдовна? Я понятия не имею, кто такая Тамара Арнольдовна. Алло, там... Там... Там конференция. Что? Да, конференция, конечно. Тамара, не звони сюда, я же просил тебя. Кто звонил? Ошиблись номером. У меня вообще нет телефона. Милая, пойдем на поезд, я тебя умоляю. Мы опаздываем. Нет, вот теперь я точно никуда не пойду. Ну-ка, акадяка Румале! Чаурилова! Конечно. А для продолжения тарифа третий глаз внесите абонентскую плату. Держи-ка. Ага. Так, давай-ка, миленькой, граблику. Это ж надо на клумбе с тюльпанами. Что вы несете? Какая клумба с тюльпанами? Как, какие тюльпаны? Ясно видно, это же гвоздики! Милая, пойдем, я тебя умоляю. Стоять! Фу! Лапу! Так, а теперь-ка давай про детей. Фамилии, адреса, год рождения. Ой! Милая, посмотри, там дама точно в такой же розовой кофточке, как у тебя. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Это все? Ты посмотри, посмотри, сколько лет гадаю, я такого еще никогда не видела. Все исчезло, милая. Все исчезло. Не ладошка, а стекло. Дорогая моя, твой муж кристально чистый человек. Что-то я тебе не верю. Ты посмотри в его глаза, ты посмотри. Заведу... Да вы все мужчины такие! Стоит нам, женщинам, только за порог! Вы за каждой юбкой, выпучив глаза! Да будь моя воля! Я бы всем мужикам вот этими вот руками... Два любовника... Мы опаздываем на поезд. Ну-ка, стоять. Ну как же стоять? Наш поезд уже объявили, я не могу стоять. Руку. Боже, ты просишь моей руки. Руку, я сказал. Ну, пожалуйста, это так мило. Ну-ка, читай. Ну ты позолоти ручку, порнокопытный мой. Ну, дорогой, зачем тратить деньги на всякую ерунду? Оставь себе на пиво. Читай. Что там читать? Сколько лет гадаю, такого не видела. Не было ничего. Да сюда. Большой симфонический оркестр. А что тут такого? Я люблю классическую музыку. О, любви, как у Пашки крыль. Ну-ка, давай дальше. Вот. Но ты, мать, даёшь. Все вранье. Не было у меня ничего в Турции. Турция. Что там Турция? Иди сюда. Что там Турция? У нее там из голых мужиков слово «Шарм-эль-Шейх» выложено. Это неправда. Это не... Этого не может быть.
Это невозможно! Невозможно! 20 лет прожить с таким тюфяком, и чтобы ничего не было выложено! Да я каждый год по 10 слов выкладывала и выкладывать буду, бабоньки! Слышь, подруга, а скажи мне, пожалуйста, а вот у вас дома люстры высоко висят? Ну, в смысле, твой бэ не задевает? Что? Не встревай, это мы о своем, о женском. Так, сколько, вы говорите, там любовников было? Сейчас, одну минуточку. Сейчас все почитаем, дорогой ты мой. Значит, смотри. 7, 8, 48. 2 за скобочки выносим. 7 на ум пошло. Ну, примерно вот так. Плюс-минус. Это что, расстояние до Луны? Смотри, пока ты там считал, дорогой мой, произошло полное обнуление. Файл стерт. Твоя жена кристально чистая женщина. Дорогие вы мои, кристальные, да вы просто созданы для друга. Значит, у тебя ничего не было в Кисловодске с этой, как ее... С Тамарой Арнольдовной? Да. Нет, ничего такого, чтобы хотелось. А у тебя с симфоническим оркестром? Милый мой, ну как ты можешь сравнивать себя и какой-то там симфонический оркестр? Ты все равно лучше всех играешь на скрипке. Я так рад. Я так рада. А я как рада. А вот вы говорите, что мы, цыганки, людям... приносим одни расстройства, да мы людям счастье приносим. И жили они долго и счастливо, пока однажды во сне он не назвал ее Тамарой Арнольдовной. Веселье вижу впереди. Нагадаю новоселье, на Багамах жди. Я же не просто так болтаю, это ж ритуал. Я же счастье привлекаю всем вам. Вокзал, народ тусуется, а я всегда в толпе. Поверь, что хочешь забудется, ведь я не вру тебе. Желай сильнее сильного, и все в твоих руках. Ну и я пошла красивая и при деньгах. Такси недорого. 100 рублей метр. Куда поедем? Уважаемый, с Владивостока приехал? Да-да-да-да. <с
А куда поедем? Туда, туда. Туда, туда. Туда, туда. Дорогу покажешь? Куда, куда? Куда, куда? Куда, куда? Ты что, больной, что ли? Да-да, да-да. Да-да, да-да. Да-да, да-да. Ну тогда поехали. Куда, куда? Куда, куда? Куда, куда? Туда, туда. Туда, туда. Туда, туда. Да-да, да-да. Туда, да-да. Туда, да-да. Да-да, да-да. Кто-нибудь уберите эту сумасшедшую с рельсов! Ну что за вокзал-то дурацкий? Нормальной, приличной женщине не дают нормально помереть. Ой! Персик! Вишня! Вай, вай, вай! Урюк! Мужчины, вы что обзываетесь, а? Нет, нет, нет! Я хотел сказать, что скучаешь, красавица! Понимаете, как вам сказать, не дают нормальной, приличной женщине отбросить копыта. Ой, ты что, овца, что ли? Да нет, вы меня не поняли. Понимаете, я хочу двинуть коньки. А-а-а, фигурным катанием занимаешься, да? Да нет, вы меня совсем не понимаете. Я хочу... бросить свое бренное тело. Куда? На рельсы. А рельсы где? На шпалах. А шпалы где? На камнях. А камни где? У тебя в башке. Вы что, совсем тупой, не понимаете, что ли? Я всю жизнь мечтал встретиться с такой страшной, страстной женщиной. Выходи за меня замуж! Ну нифига себе, на вокзал сходила! Вот так случается, мечты сбываются. А где же им сбываться, как не здесь? От жизни кто устал? Спешите на вокзал, здесь все на свете можно изменить. Когда в душе развал, поможет вам вокзал. Вокзал ведь это маленькая жизнь. Вокзал ведь это маленькая жизнь. Вокзал ведь это маленькая жизнь. Покупаем все недорого, все по 10. Итак, представляю вашему вниманию удивительнейшие вещички, которые обязательно пригодятся вам в повседневной жизни. Итак, шариковые ручки с квадратными шариками внутри и квадратные карандашики с кругленькими стержнями снаружи. Также в комплект вы получаете абсолютно бесплатно универсальную глазовыколупывательницу для рыбы, сделанную из хромированной нержавеющей стали. Берем глазовыколупывательницу, берем воображаемую рыбку и выколупываем глазки. Видите, как ловко у меня получается. А главное, настроение улучшается, нервы успокаиваются, весело и забавненько. Кстати, при покупке трех глазовыколупывательниц вы получаете автоматически, совершенно бесплатно, глазовставлятельницу. Также в комплект вы получаете абсолютно бесплатно универсальную гидрополиуретановую турбо-хренорезку. Вот такая вот хренорезочка, которая легко и быстро, без всякого труда, хрен вам нарежет.
также кроссвордики, сканвордики, судоку, газетки, газетки в дорожку. Это увлекательное чтиво. Сенсации в мире шоу-бизнеса. Сергей Зверев обозвал Николая Валуева тупым качком. Панихида состоится во вторничек. В подмосковном ущелье была найдена пачка Анастасии Волочковой, зацелованная до дырочек. Фотография Никиты Джигурды вылечила мальчика от заикания. Недавно выяснилось, что Елена Батурина, оказывается, вовсе не жена Юрия Лужкова, а его родной брат. Удивительное рядом. Не проходите мимо, покупайте, покупайте. Кто заинтересовался, могу подойти. Спросите, у вас есть комсомолка-толстушка? Вы знаете, вот чего-чего, а толстушки нету. Жаль. Удивительное рядом, не проходите мимо, покупаем, покупаем, все недорого, все по 10, все по 10, недорого. Вы что-то хотели? А? Тихо. Не привлекайте к себе внимания. Меньше движений. Еще меньше. Еще. Я бы хотел... Тише. Мне нужно... Еще тише. Я хочу... Еще. Вы что-то хотели? Толстушку. Вам повезло. Есть толстушка, недорого. Вот лучшая толстушка на вокзале. Вы не поняли, где просто почитать. Вот почитаешь и картинки посмотришь. Ты нет, мне нужна свежая комсомолка. Может, тебе еще партбилет показать? Нет, ну если комсомолки нет, то хотя бы Дарью Донцову. Извращение! Внимание! Поезд Москва-Житомир отправляется... Через 5 минут. Милый, через 5 минут наш поезд. Где ты там? Иди скорей. Да, милый, тут колесико. Смогу. Аккуратней, косметичку не помни. Молодец. Значит, я к маме ненадолго. Запоминай. Борщ в холодильнике, котлеты в борще, сметана в котлетах. Запомнил? Да. Хорошо. Скажи, ты будешь без меня скучать? Да. Покажи, как ты будешь скучать. Так может мне не уезжать? А мама? Да. 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 Надо ехать. Подожди, давай присядем на дорожку. Колесико. Ну, пора. Все. Не смотри у меня тут. Иди, иди. Колесико осторожно там. Хорошо. Милая! Смотри у меня тут. Ну как же я без тебя? Без тебя, без тебя. Как прекрасно сразу стало без тебя. 2 недели полных счастья без тебя. До свидания, любимая моя. Без тебя, без тебя. От заката до рассвета без тебя. Пиво, раки и котлеты без тебя. Целых 10 лет мечтала. Житомир отправился 3-го пути. Yes!
Милый, ты забыл мне билет на поезд отдать. Не переживай, ну что ты так переживаешь? К маме на следующий год поедем. Вместе! Внимание! Скорый поезд номер 15 Москва-Ташкент будет отправляться в платформе. Ты сама поняла, что сказал? Повтори, пожалуйста. Повторяю. Скорый поезд номер 15 Москва-Ташкент будет отправляться к мощной платформе. Ты русский язык знаешь? В школе учился, да? Я тебе спрашиваю, какой платформа? Где поезда башка, где зад? Ну, повтори еще раз. Повторяю для тупых. Скорый поезд номер 15 Москва-Ташкент будет отправляться в платформы. Говорилка ты репродукторная. Аудиосволочь. Вот ты кто. Где ты там застряла? Давай скорей, дорогая! Опоздаем! Давай! Я чё ты так шатаешься? С утра выпила, что ли? Ой, камень тупли попал. Ай, зараза, такой неудобный. Ой, подержи билет. Ай, билет подержи. Ой, шайтан, а. Такой мам... А с какого пути идем? Повтори. Ты чё, сговорились, что ли? Вот можешь, когда хочешь. Чего-то я устал. Яндрады, кидрады, салам билау. Чего не танцуешь? Хорошая песня. Яндрады, кидрады, салам билау. Ашхара, кузухара, салам билау. Яндрады, хватит, хватит. Остальное в Ташкенте будем танцевать. Ну, пошли, что ли? Нет, стой, стой. Как учил твой мама, перед дорожкой надо сидеть. Давай, сидеть. Ай! Ты куда совсем новый чемодан на грязный пол? Подними! Чемодан подними, а?
Все! С Богом! Пошли! Давай! Где? Эй, ты где? Зачем ты сейчас спать, дорогая? Давай просыпайся, А, тебе тяжело, да? Ну, давай, я тебе тоже сейчас помогу. Взял, вот, взял. Давай, пошли, а то поезд уйдет. Давай, скорее, за мной. Такси недорого, довезу до города. Эй! Эй, красавица! Куда поедем? Ой, мама! Куда поедем? Иди куда хочешь. А дорогу покажешь? С тобой хоть на край света! Легче заберем! Нифига себе! Счастье-то подвалило! Ну чё ты отстал, а? Давай, поезд уходит, надо быстрее! Давай за мной! Так много выпил, что ли? Ой, ты что, косметики смыла, да? Ага, хорошо. Моя мама очень не любит, когда много косметики. Давай скорее за мной, опаздываем, быстро давай. Вот это джекпот! Такси для чемоданов. Такси для чемоданов недорого. Один чемодан 100 рублей, два чемодана 200, три чемодана бесплатно. Дам порулить тележкой. Согласен. Шеф, трогай. Трогаю за отдельную плату. Молодой человек, во-первых, я первый пришел. Во-вторых, я старше. Может быть, уступите? А я зато первый сел. Чик-чик, я в домике. А на вашем месте я бы побольше двигался с вашим-то весом. Шеф, поехали? Понял. Прошу, ваш поезд. Ваш вагон. Поезд Москва-Челябинск. Проходим на посадочку, предъявляем билетики. Место 13-е нижнее. Место 14-е верхнее. Счастливого пути. Провожающие, выходим из вагончика. Выходим. Провожай. Вы, наверное, хотите поменяться? Да нет. Я люблю, где повыше. Молодой человек, скажите, вы когда-нибудь видели, как сходит лавина? А как делают лепешки? А как каток укладывает асфальт? Увидите.
Может, не надо? Ну уж как получится. Полка узкая, рельсы кривые, вагон старый, дорога длинная. Дорогой длинною без сна помучишься. Ты до утра сюрприза будешь ждать. Пускай не выспишься, зато научишься на всякий случай старших уважать. Лай-лай-лай-лай. Честной, есть товар недорогой, есть клубничка, сахарок, сотня баксов за часок. Сколько? Как обычно, 100. О, а постоянным клиентам скидка есть? Я что, похоже на универмаг накануне праздника? У меня что, на лбу написано «распродажа»? Да ладно, ладно, деньги в бардачке сейчас принесу. Ух, красавица! Налетайте, мужичье! Коль заплатишь, все твое! Доченька. Мама, а ты чего приперлась? Как это чего? Как это чего? Ты как в Москву уехала, а тебя ни слуху, ни духу. Маме не пишешь, не звонишь. Ты в театральный поступила? Поступила. Ай, ты моя умница. Ай, ты моя лапонька. Какая ты у меня молодец. А что ты делаешь одна на вокзале? Снимаюсь. Кино снимаю. Кино снимайся. Так значит, ты стала настоящей актрисой. Да. Вот папка-то узнает, порадуется. Не дай бог. Доченька, а что вы здесь снимаете? Наверное, сериал какой-нибудь? А голубой новогодний огонек. Голубой новогодний огонек. А почему на вокзале? Новый год встречаем, Старый год провожаем. Интересно. Интересно. Так значит, здесь все звезды с телеэкрана. Да, здесь даже камера есть в участке. Да. На, держи. Ох, разоришь ты меня, чертовка. Давай, пошли, пошли быстрее. Ну, мама. Мама, познакомься. Это... Сосо Павлиашвили. Мы здесь в клипе снимаемся, а это он мне на Тбилиси занимал. Какой Сосо. Ну да, Тбилиси хорошие были, вкусные были очень, да. Сосо. А вы знаете, вы в жизни даже интереснее, чем на экране. Ну, конечно, телевизор все время искажает, вот так показывают. Сосо, скажите, а как вам работать с моей доченькой? Ну, что сказать, актриса талантливая, свое дело знает, клиенты не жалуются. Это, ну,
этого. Ну, хорошо умеет работать в команде. Чувствует тело. Плечо. Плечо товарища. Ну, в общем, хорошо работает, да. Мы довольны. Сосо, а как называется ваша новая песня? Моя новая песня называется «Верни бабло». Очень хочется послушать. Ну что ж, сосо, так сосо. Родовоз, хочу тебя. Сегодня родовоз. И мандарины тебе. И до подъезда. Раз, два, три, четыре. Выше руки, ноги шире. Сделайте попроще лицо. Пять, шесть, семь, восемь. Ну-ка, мама, очень просим. Потанцуйте вместе, сосо. Раз, два, три, четыре. Выше руки, ноги шире. Сделайте попроще лицо. Пять, шесть, семь, восемь. Ну-ка, мама, очень просим. Потанцуйте вместе, сосо. Ноги, руки вычистили. Ай, какая песня хорошая. Доченька, я так от сосо тащусь. Мама, пойдем домой. Ба! Да это ж мне знакомые все лица. Маня. Ну что, Приблудова опять за старое взялась? Мама. 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 Мама, познакомься. Это Лев Валериан Слещенко. Лещенко. Ну, нет, это другое. Так, подонки однозначно все. А, нет, я же сейчас. А? Уважаемые россияне, это было. Сейчас, бегай. Сейчас. Мамаша! Это мать! Она потрясающая! Потрясающая мамаша! Вы знаете, ваша дочка просто чудо. Она чудо. Я, знаете, я... чувствуешь руку мастера? Мать, родительский дом. Начало, начало. Хорошо, возьму тебя в театр, старушка. Да, я, ты знаешь, каждый день, вот я твою дочку в обезьяне... обезьятельно звоню ей. Звоню, говорю... Я говорю, Мария, ну какая ж ты, блестящая актриса. Просто потрясающая. Я говорю, знаешь что, поделись со старичком секретом успеха. Вот, и она обязательно делится. Поэтому исключительно для нашей дорогой гости из солнечного... Магадана. Виделись. Звучит эта песня. Присаживайтесь, VIP здесь. Садись.
У рояля Раймонд Паулс. Спасибо, маэстро. Кстати, вот видите, хирургия может все. Исключительно для нашей дорогой гости. Поехали, живой звук, давай. Там, где громко паровоз гудит, где свистят все электрички звонко, Манька шаловливая стоит. Прости, просто классная девчонка. Эту Маньку знают все вокруг. Вы актрисы лучше не найдете, если денег вам не хватит вдруг. Будете как соловей в пролете. Не вижу ваши руки. Уходят поезда, ну а мы снимаем, где придется, наша дождется. Просто чудо! Лев Валерьянович! Я вас так люблю! Так люблю! Лев Валерьянович! Мама, пойдем домой. Доченька. Пойдем, пойдем. Привет, Машка. Мама. Мама, познакомься. Это Аня Семенович. Аня, очень приятно. Мама. Анечка, да. А вы такая красивая. И недорогая. Анечка, а вы правда Семенович? Просто от мороза сморщились. Не-не-не-не-не, если по тебе. А я в другой раз тру-тру. Тру-тру. У меня ничего не получается. Мама, отстань от Ани. Лучше познакомься. Это... Это Лепс. Григорий Этилеп. Григорий Лепс. Лепс. Лепс, очень приятно. Очень приятно, Лепс. Лепс, очень приятно. Мама! Может быть, газетки в дорожку, кроссвордики в дорожку. Мама! Мы тут клип снимаем. Мама, можно посмотреть? Ну, лепи, Лепс! Найти темно, слишком-слишком бросила жена. Я стал лишним, я нашел одну с бледной кожей. Позабыть жену мне поможет. Осень за окном моросила, в институт я не поступила. Возвращаться в Брянск неохота, ведь нашла в Москве я работу. Наш родной вокзал, ты нам домом стал.
Не дай бог узнает, кто об этом. Нужно все скрывать, маме можно врать. Но скажет папа, я тебе не верю. Откуда евро и доллары? Я работаю! Я тебе не верю. Ты по ночам где-то шляешься. Снимаюсь я! Я тебе не верю. Твоя висит фотография. Полиции, я тебе не верю. Я просто в органах служу. Я тебе не верю. Отсюда уходить, доченька, я не хочу. Здесь так интересно. Я никогда не видела столько живых, здесь таких живых звезд. Ты знаешь, я открою тебе секрет. Я с детства, как и ты, мечтала сниматься. Да, да, мечтала сниматься. Ты знаешь, перед Москвой я даже немножко похудела. Посмотри, какой я стала, как я выгляжу. Посмотри. Нет, ты посмотри, посмотри, какой я стала. Посмотри, посмотри. Посмотри. Ну, прям как у меня почти. Нет, на меня лучше, посмотри. Не понял. Папа! Я забыла сказать, мы с папой вместе приехали. Не понял, я на 5 минут отлучился. А что это вы вдвоем тут на вокзале делаете? Не поверишь, снимаемся. Снимаются. Снимаются, они снимаются, а? А почему тогда дома жрать нечего, а? Внимание! Скорый, скорый, скорый поезд Сапсан проследует по первому пути. Проследовал по первому пути. Вообще, не нахожу просто слов, понимаете? Весь театр, видите ли, летит на самолете, а я должен ехать на поезде. Потрясающе. Ну разве я виноват, что самолет с вами не смог подняться? Слушайте, хватит вот эти ваши шуточки. Ну хорошо, у нас есть 2 новости. Одна хорошая, другая плохая. Какую сначала? Хорошую. Значит так, ваш поезд через... 30 минут. Так, плохая. Денег на билеты у нас нет. Ну интересно, куда они подевались? А кто в аэропорту весь месячный оклад на завтрак потратил, а? Я вам говорил, что я голодный, работать не могу. Значит так, я пойду к начальнику вокзала, а вы здесь пока... попробуйте заработать себе на билет.
Никогда заслуженный артист Байдаловский не протягивал руки. Тогда протяните ноги. У Курского вокзала болтаюсь я чуть свет. Подайте, ради бога, 2000, 3000 на билет. Ах ты! Ах ты, душечка, краснодевица, мы поедем в бар, да на ладушке. Ой, да на ладушке, да на калинушке, и как мы едем в зал. Волги, матушка! Все для тебя, рассветы и туманы для тебя, растут в траве бананы для тебя, открыты рестораны для тебя. Лишь для тебя все на Канарах пляжи для тебя, на рынках распродажи для тебя, салоны и массажи для тебя. И для тебя опять в долги залажу для тебя. И нафига пою такую лажу для тебя. Это нечестно. Нечестно, понимаете? Это была моя женщина. Была ваша, стала наша. Молодой человек, ну помогите мне, вы же тоже артист. Мне надо заработать денег, понимаете? Нет денег на билет. А завтра я уже в другом городе должен петь в новом мюзикле главную роль в спектакле «Веселые гномы». Сколько нужно гному? Гному нужно 3500. На, возьми 6, ни в чем себе не отказывай, гномик. Спасибо. Спасибо. Да ладно. Спасибо. Дыня, ох, созрела дыня, желтенькая дыня на моей бахче. Такая дыня, круче нет в помине, я тащусь вообще.
Отличная песня. Хорошая песня. Но дыня лучше. Дыня, ты моя богиня. Дыня, ты моя богиня. Я что-то не понял. Кто на вверенной мне привокзальной территории мучает кошку? Да нет, мы пели. На вверенной мне привокзальной территории петь запрещено. Точнее, разрешено, но только песни о железной дороге и, например, про вокзал. Ты знаешь какую-нибудь песню про вокзал? Ну, вот это прощается, всех вокзалов, поезда. Ну, больше не помню. Да я сам не помню. Ну, давай, что получится. Прощай, от всех вокзалов поезда уходят в дальние края. Прощай, 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 прощай. Прощай, от всех вокзалов поезда уходят в дальние края. Прощай, от всех вокзалов поезда уходят в дальние края. От всех вокзалов поезда уходят в дальние края. Всех вокзалов поезда уходят в дальние края, от всех вокзалов поезда уходят в дальние края. Пришло наливать. Попутчики неугомонные, походу не думаю спать. Заботится сердце, сердце волнуется, стучит, как граненый стакан. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес вагон-ресторан. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес вагон-ресторан. Белье с приятной влагой, мокрое белье. Бери, не квакай. Мокрое белье, другого просто нет. Мокрое белье, орать не надо. Холодно, скажи. Прилягу рядом, высушим вдвоем мы мокрое белье. И я ж без мужика, который год тоскую, Питер, Воркута, туда-сюда кочую, замуж я хочу, ужас как хочу. Мокрое белье, его слезами по дороге я мочу. С проводницей был у меня курьез. Попросил ее выдать мне белье. Она сказала: ну так, ё-моё. Вдруг закрыла дверь и сняла свою. Спал, вокзал, часы пробили полночь. Вдруг
бежит толпа безумных мужиков на светлую реку. А все бегут, 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 бегут за водкой. А все бегут, 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 ведь поезд до стоянки 5 минут. А все бегут, 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 бегут. Купили водку. А все бегут, 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 бегут. А поезд 2 минуты как ушел. А бомжи колдыри тихо дремлют в тумане. Не прогонит их мент, потому что он свой. Им светло и тепло на уютном вокзале. И вообще их не волнует кризис мировой. А нам все равно, а нам все равно. Почему бензин стоит дофига? У кого большой баррель нефтяной? Вообще такой, это ЖКХ. Лай-лай-ла-ла-ла, 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 ла-ла-ла-ла-лай, лай-лай-ла-ла-ла, 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 ла-ла-ла-ла-ла. Поберегись. Качается. Качается вагон. Всегда, когда не надо, иду на литейку. Титан, не выключай! До моего купе всего 4 шага. Несу я кипяток, ай, будь проклят, это чай! Расступись, честной народ, дай из луж водиться. Добрый молодец Ашот на шестерке мчится. Отвезу с вокзала я вас куда закажешь. Если с горки подтолкнешь и дорог покажешь. Ай-люли, ай-люли, как мустанг мой Жигули. 5 ночей не посплю, может, фары прикуплю. Ай-люли, ай-люли. Развалились Жигули. Как упоительно вокзальное бистро. Ассортимент у них покруче ресторана. Изыски от тирамису и до лагмана. Чинзана, виски, бренди, фреши и ситро. Бокал шампанского, а в нем всего глоток. И ломтик семги я искал в французской булке. Чтоб оплатить обед, пою я в переулке. Купите мой билет, Москва, Владивосток. Купе расселись чинно 2 дамы, 3 мужчины. И бабушка-чудачка с малюсенькой собачкой. Светило солнце славно, пел птицами апрель. И тут наш поезд плавно проследовал в тоннель. Дикий лай, грохот, звон, визги, чавканье, чмоки, мат, чмоки, стон, стекол, звяканье. Кто-то страшно кричит, грабят люди, а из окон летит лысый пудель.
Медленно минуты уплывают вдаль. Я пока один сижу в купе. Если я один поеду, будет жаль. И вдруг бас заходит, ну вообще. Ростом, скажу я вам, не со мной мерится. Аж упирается головой в плафон. Просто красавица, даже не верится. Эх, хорошо я сел в правильный вагон. Проходите, говорю, красавица. Может, для начала вискаря? Вижу, что не против, что ей нравится. Значит, предложил я ей не зря. Эй, проводник, кричу, дайте стаканчики. И перед девушкой королем хожу. Вы ж понимать должны, мы же не мальчики. Время культурное провести хочу. Проводник в дверях вдруг появляется. Для проверки мой билет берет. Выходите, поезд отправляется. Ведь у вас билет на самолет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла. Песня испортила шайта. Ты меня среди ночи разбудишь. Проводить аж до тамбура выйдешь. Ты меня никогда не увидишь. И к утру уж, конечно, забудешь. Я ж в степи одинокой с простудой. Буду думать, а что это было? Я тебя никогда не забуду. Ты меня не в том месте садила. И качнуться мозги безнадежно. Мне ж до нижнего ехать тагило. А в купе кто-то спит безмятежно. Дура ты, не того разбудила. Есть службы разные, разнообразные, и на вокзале очень много их, друзья. Кафе-механики, врачи-охранники, но всех полезнее носильщиков, а я. Подряд семейный наш, таскать чужой багаж. Я как отец пришел работать на вокзал. И мне не привыкать брать вещи и бежать, но я ношу их, а мой папа воровал. Тележка у меня как ласточка летает, на виражах моих Шумахер отдыхает. С телегой полный чемоданами иду я в разбег. Еще могу я посадить на шею трех человек. Я к поездам бегу, как молодые в клубы. Могу еще засунуть пару сумок в зубы. Любой багаж без опозданий, кстати, если сверху мне заплатят, все доставлю и не растрясу. Ха! Уютный наш вокзал. Здорово, друзья, что нам встретился в пути этот шумный и радушный зал. Для кого-то жизнь перрон, для кого пустой вагон. У того, чья жизнь дорога, впечатлений будет много. Через пять минут нас дороги разведут. Будем ждать заветный вечер, что подарит радость встречи. Только пять минут, осталось пять минут. На перроне, у вагона, люди встречи ждут.
вами мы не раз. И цель одна всегда у нас. Разгоним дрему вам и сон. И вместе с вами мы споем. Кривое, мы зеркало кривое. Ты же знаешь.